Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про гострі політичні проблеми Дніпра. З нами політик та громадський діяч Сергій Нікітін. Сергій Нікітін – політик та громадський діяч. Має дві вищі освіти. За фахом – юрист та магістр державного управління. Керівник Дніпровської міської організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Голова фракції в міськраді. Правозахисник, очолює Центр соціальної відповідальності Дніпра. Одружений, виховує сина та доньку. Сергію, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Останнім часом у нашому місті з'явилось досить багато білбордів з вашим зображенням і гаслом «Це наше місто». Що мається на увазі? Чи саме місто? Здравствуйте, дуже приємно теж присутствувати у вас в студії. Касательно того, що Дніпро – це наш город. Сигнал очевиден. Це наш город. І я хотів привлечь увагу граждан, что только от нашей активности зависит, какой будет наш город в будущем. Сегодня вся страна вовлечена в какой-то очередной сериал, просмотр сериала, и немножко горожане забыли о том, что наш город нужен только нам. Если мы не будем сегодня уделять внимание конкретно нашему городу, заниматься значимыми для города вопросами, то город не будет развиваться. И никто не будет заботиться о том, чтобы город развивался. Питання, до речі, які? Соціальні, гуманітарні чи повний комплекс проблем? Сегодня есть ряд исследований, которые показывают основные проблемные вопросы, которые не дают городу системно развиваться. Но мы сегодня говорим о том, что город должен быть расширенных для общественности возможностей. Сегодня именно горожане города должны принимать активное участие в его жизни, в его развитии. Сегодня городская власть горожанами должна восприниматься как надежный партнер, который слышит, который готов к взаимодействию, и в результате взаимодействия с которым будут реализовываться в городе, и город будет развиваться так, как этого желает именно жители города. То есть наше место – это место Днепрян, я так разумею? Конечно. Это, я не скрываю, мой город, это и ваш город. Это и город всех остальных жителей, которые сегодня проживают и и те, которые просто здесь проездом. Кроме хозяйственной части, которую мы понимаем, сегодня есть хозяйственный блок, который необходимо ни в коем случае не уменьшать его финансирование, только развивать, чтобы город, по крайней мере, преображался. Есть еще и повестка, которая стоит в обществе. Сегодня горожане хотят мира, хотят единства, хотят чувствовать себя в безопасности, хотят, чтобы не было страшно высказывать какую-то свою альтернативную точку зрения. Сегодня важно заниматься проблемами, которые относятся к социальному блоку. Сегодня важно слышать мнение людей, уделять ему внимание. К примеру, все мероприятия, которые приводят к расколу, сегодня есть много двусмысленных вещей, которые не ведут к развитию, а в основном раскалывают общество на два разных противоположных мнения. Они сегодня не должны ни в коем случае поддерживаться городской властью и обществом. Кому это надо, чтобы город жил не созиданием, не развитием, а обозленным восприятием той или иной проблемы? Кому сегодня надо
видеть то ли возле государственных органов какие-то иные флаги, то ли беспокоиться о том, что завтра дети не смогут разговаривать на родном языке. Это не надо никому. Поэтому действительно сегодня я не говорю о городских службах. Я говорю о том, что город – это город жителей днепрян. Сегодня мы должны объединиться. Сильное гражданское общество будет возможно только если мы будем друг друга слышать, идти друг другу навстречу и формировать окружение, вот то, что окружает вокруг нас в городе, так, чтобы нам всем было комфортно жить в нашем городе. Только вместе мы сможем построить красивый, комфортный, хороший мегаполис, поэтому это и наш город. Ну, до речі, ви торкнулися питання викладання у школі, мови викладання у школі. Це питання ви підіймали на минулій сесії міської ради. В принципі, депутатів такої якоїсь реакції особливої не було. Міський голова певним чином там відреагував. Але хотілося б більш чітко, більш докладно почути вашу позицію з цього питання. Я так розумію, це та позиція, яку висловлює ваша політична сила. С 1 сентября этого года наши с вами дети не смогут разговаривать, не смогут получать обучение на родном для себя языке. Благодаря чему это? Был принят в 2019 году закон о обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Да, он был принят с определенной шумихой на национальном уровне, так как он нарушал ряд норм, закрепленных Конституцией Украины. Но фактически люди смогут ощутить его влияние только с 1 сентября, когда все школы этим законом обязываются перевести обучающий процесс исключительно на украинский язык. То есть наши с вами дети, которые еще в прошлом учебном году привыкли получать новые знания на родном для себя, на русском языке, с 1 сентября будут обязаны получать, безальтернативно, обязаны получать его на украинском языке. Право развивать, право на защиту, право на свободное применение русского языка сегодня закреплено в Конституции Украины. 10-я статья. 10-я статья Конституции Украины. Да, в той же 10-й статье Конституции Украины предусмотрено, что государственный язык – это украинский. Единый. И мы с этим не спорим. Действительно, в Украине должен быть государственный язык. Но это не означает, что государственный язык необходимо защищать за счет ущемления других языков. У нас и в городе, у нас и в Украине проживают люди, которые являются гражданами Украины, но для которых родной язык, ну, иной, не украинский. Приходя домой, с семьей мы разговариваем на родном языке. Дети, возвращаясь со школы, в семье разговаривают на родном языке. На улице мы разговариваем на родном для нас языке. На сегодня для большинства украинцев это русский язык. И почему сегодня украинцы должны вот ломать свои устои, а особенно наши дети, которые только растут, которые привыкли разговаривать, получать что-то новое на родном для себя языке, почему сегодня они должны полностью поломать свои устои? Мы настаиваем, наша политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь» настаивает, что закон Украины об обеспечении украинского языка как государственного противоречит нормам, четко закрепленным в Конституции Украины. Мы будем применять все усилия, чтобы наши с вами дети в школе, в институте, в дошкольном учреждении получали образование на родном для себя языке, на привычном для себя языке. Мы будем обращаться к президенту Украины, как гаранту Конституции Украины, чтобы он все-таки выполнил свою функцию и добился от сегодняшнего законодательства соблюдения конституционных норм. Сегодня мы видим поддержку наших земляков, горожан, которые готовы не сидеть сложа руки, а действительно высказать свою позицию касательно необходимости сегодняшней защиты и гарантии и развития русского языка, в частности в Днепре. Нашу инициативу, мы видим, поддерживают и жители Днепропетровской области, и я уверен, что поддержит и городская власть. Сегодня мы должны показать гарантству Конституции, что права, закрепленные Конституцией, они священны. Они не могут
не ущемляться, не ликвидироваться или просто на них невозможно, на них нельзя закрывать глаза. Як вважаєте, до речі, гарант Конституції, центральні органи влади почують вас у цих питаннях? Сьогодні наш президент сам говорить на русском языке. До речі, сам з Дніпропетровської області. Да, он з нашої області точно так же говорить на русском языке. Свободно понимает и русский язык, и украинский язык. Я вільно розумію вас. Можу з вами спілкуватися на українській мові. Але родной для нас язык, он всегда остается нами, для нас родным языком. И именно поэтому, с учетом этой особенности, обеспечение функционирования русского языка сегодня закреплено Конституцией Украины. Я уверен, что гарант Конституции, президент Украины, не сможет остаться в стороне. По крайней мере, мы приложим, наша политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь», приложит все усилия, чтобы не создалось в столице ощущение, что, ну вот, нарушили, и идем дальше заниматься другими вопросами. Нет, наши права должны существовать, они гарантированы Конституцией, и они должны быть защищены гарантом Конституции. До речі, інше звернення, за яким ви виступили на сесії міської ради, стосувалося підняття червоно-чорного прапора біля будівлі обласної державної адміністрації у Дніпрі. Ви назвали це провокацією. Чому саме так? Да, действительно, у нас в городе, по моему мнению, произошел провокационный случай. Не где-нибудь, а именно возле областного совета, именно возле государственной администрации был установлен флагшток, был поднят красно-черный флаг. Мы уверены, что был поднят для того, чтобы создать раскол, чтобы создать провокацию, чтобы принизить сегодняшние государственные символы, утвержденные на государственном уровне, государственный флаг, подменив его определенными понятиями, к которым сегодня красно-черному флагу не двухсмысленно, вернее, существует в нашем городе двухзначное восприятие. И вот поднятие флага именно возле учреждений, которые управляют, государственных учреждений и органов местного самоуправления, которые у всех на виду, является ничем иным, как провокация к расколу общества. Мы не дадим сегодня раскалывать общество. Городу нужен мир, городу нужно единство. Странно смотреть, как заседают депутаты фракции оппозиционного блока Александра Вилкула, которые раньше позиционировали ценности, отличающиеся от восприятия красного-черного флага. Сегодня им нормально сидят, работают, смотрят на красно-черный флаг. Наша политическая сила, про областную силу. Наша политическая сила не даст возможности в нашем городе провокациям, которые людей не объединяют, а просто вот, ну, делят на... Делят на основании такого символа, который, вот в принципе, если бы был вывешен на чем-то балконе, никто бы не обратил внимания. Потому что действительно есть право у людей думать иначе. Сегодня мы можем иметь альтернативные точки зрения. Но когда флаг поднимается специально в том месте, где он будет вызывать провокацию, вот этого допускать нельзя. Наша политическая сила заявила на сессии, узнав, что право на монтаж флагштока выдал городской совет, мы сделали заявление, потребовали от мэра города отменить разрешение, не продлять его, уведомить ту организацию, которой было выдано разрешение на установку флагштока, о том, что оно отменено, и потребовать демонтировать флагшток. И если эта организация будет отказываться, промедлять с законными требованиями городской власти, предпринять все действия по принудительному демонтажу флагштока. А с вашей точки зрения, кому выгодны такие действия? Каким политическим силам? Это какие-то маргинальные, или это крайне правые, скажем, или какие это политические силы? Кому оно выгодно? Скорее всего, это радикально настроенные ультраправые. Но я, наверное, не об этом. Из-за того, что Днепр – это наш город, это точно не выгодно днепрянам. Днепрянам выгодно спокойствие, развитие и единство в восприятии как государственных символов, так и альтернативных мнений.
Інше питання. От днями я прочитав у Фейсбуці, зокрема, ви звернулися до уряду, до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявою стосовно проблем трудового колективу «Південмашу», нашого легендарного заводу. Що кажуть люди на «Південмаші»? Що там за проблеми? Що ви пропонуєте уряду для вирішення проблем трудового колективу? Проблема с Южмашем не новая. Она, к сожалению, превратилась уже в системную. Южмаш когда-то был символом Днепра, символом Украины. Это был вот флагманом роста, экономического роста города и государства. Это мощнейшее было предприятие, на котором работала чуть ли не половина города, которое знала вся страна, которое сегодня стало никому не нужным. Сегодня люди, которые работают на Южмаше, работают уже почти год без зарплаты. Мне этот вопрос важен, потому что мои родители работали на Южмаше. Я сам нажимал на кнопочку, которая пропуск заставляет, ну, вывалиться к вахтеру. И поэтому мне не все равно, что тот символ, вчерашний символ государства, который у людей создавал мнение и ощущение стабильности, уверенности в завтрашнем дне, сегодня не нужен на государственном уровне. Сегодня на людей, которые работают на Южмаше, в принципе, закрывают глаза. Сегодня на работу, на те производственные мощности, которые могли бы вывести ракетно-строительную отрасль на передовые позиции, никому не нужна. Сегодня на национальном уровне закрываются глаза. Поэтому мы посчитали необходимым не на местах решить вопрос там, временное там, погашение задолженности по зарплате, а акцентировать внимание сегодняшнего правительства, что Южмаш – это проблема. Это проблема, которую нельзя обходить стороной. Это проблема, которую необходимо решать не только для Днепра, не только для трудового коллектива, а и для страны в целом. Необходимо не просто выплатить заработную плату, необходимо обеспечить Южмаш государственными заказами, чтобы Южмаш опять стал символом стабильности в стране и дал жителям, в частности, города Днепр, уверенность в завтрашнем дне. Ну, власне, теж питання, що стосувалося мовного питання. Як ви вважаєте, чи почує вас уряд і, зокрема, прем'єр-міністр? Зрозуміло, це може і не від вас повною мірою залежить, але... Чи якось відреагують центральні органи влади на те, що у Південмаші, на Південмаші у Дніпрі є такі проблеми, зокрема з невиплатою заробітних плат? Люди рік, як ви сказали, живуть без грошей фактично. Касательно язика, якщо повернутися чуть назад, касательно язикового питання, зараз руководство країни декларує курс в Європу. Сьогодні необхідно жити, як в Європі. Необхідно ценить те ценности, которые в Европе декларируются культурным наследием. Сегодня в Европе иные языки, кроме как национальных для определенных государств, являются культурным наследием. Хартия о языках, к которой присоединились, в том числе и Украина, предусмотрена обязательная защита местных, региональных языков. И в некоторых европейских странах, даже если на определенной территории проживает больше, чем 5% населения, которое говорит на своем родном языке, и этому населению гарантируется право развития их языка, получения образования на их языке, получения из средств массовой информации, ну, информации о жизни страны на их родном языке, получения культурных сведений тоже на их родном языке. Точно так же и отношение к градообразующим, для страны важнейшим, крупнейшим предприятиям. Сегодня Европа ценит свои мощности. Сегодня Европа, кроме того, что ценит мощности, которые находятся у них непосредственно в городах, развивает свои же мощности в других регионах. Сегодня президент и правительство не могут сделать вид, что не слышат проблем, которые назревают, в частности, город Днепр. Но эти проблемы, они распространяются и на всю страну. Сегодня действительно мы должны применить все усилия. Наша политическая сила сделает все возможное, чтобы нас услышал и президент, и премьер-министр. Касательно быстроты их реакции,
Наши коллеги в Киеве точно так же на национальном уровне занимаются и языковым вопросом, и вопросом поднятия промышленности. Это важнейшие вопросы, которые сегодня в первую очередь должны рассматриваться в ущерб тем законопроектам, которые сегодня монобольшинством пытаются принимать пачками. Сергій, пропоную поговорити дещо про інше, а зокрема про соціальні проекти, які реалізує опозиційна платформа «За життя» у Дніпрі. От чим зараз займаються безпосередньо партійці на місцях? Крім того, що ми приймаємо активне участь в господарській житті міста, ми уділяємо не менше увагу соціальному блоку. Мы сегодня понимаем, что за вот той рутиной, вот тем упадком экономики, соответственно, упадком дохода населения, люди забыли, что есть добрососедские отношения, что когда-то мы ходили в театры, в кино, ходили в галереи живописи, что когда-то наши дети гуляли во дворе, а не сидели за компьютерами или телефонами. Поэтому оппозиционная платформа «За жизнь в городе Днепр» в рамках программы, наша программа «Социальная реконструкция» организовала несколько проектов. К примеру, проект «Дворы для жития». Этот проект, кроме того, что призван реконструировать старые обветшавшие дворы, придомовые территории, которые 60-х, 70-х годов постройки, кроме того, что поменять пришедшую в негодность придомовый асфальт, который формирует входные группы, тротуары вдоль дома, поставить те же лавочки, которые сегодня развалены, их просто не хватает. Сегодня эта программа еще о формировании у жителей формирование небезразличного отношения у жителей к тому, что окружает их вокруг в их конкретном дворе, чтобы добрососедские отношения налаживались, чтобы люди ценили то, что окружает их как свое, и относились к этому точно так же бережно, как к своему. Мы в этом им помогаем. Мы нашли взаимопонимание с городской властью, организовали взаимодействие с городской властью в части хозяйственных работ. Мы со своей стороны решаем вопросы озеленения палисадников, решаем организационные вопросы. И что самое главное, объединяем людей вокруг их общего двора, общей внутридворовой территории, что дает свои результаты. Наш проект начался в 2018 году, и уже в 2019 году мы увидели, что те дворы, которые поучаствовали в проекте в 2018 году, уже по-другому начали относиться к своему двору. У людей появилась действительно дружба между собой. Ушла озлобленность. Люди, во-первых, узнали своих соседей. Ушла озлобленность. И люди начали совместно уже придумывать, как еще улучшить свой двор, как улучшить свою жизнь. Люди действительно меняются, и это не может не радовать. Кроме проекта «Дворы для жития», к сожалению, карантин, правда, отсрочил начало этих проектов, но у нас есть проект «Дворовые Олимпийские игры». Этот проект нацелен на обеспечение занятости нашей молодежи, наших детей, подрастающего поколения на улице, вот на теме спорта, на теме общения, приобретения навыков, взаимоотношения между своими сверстниками. То есть этот проект, с одной стороны, организовывает соревнования. Каждые выходные у нас проходили в нескольких дворах соревнования, на которые выходили больше, чем 100-150 детей в одном дворе. Во-первых, это дух соревнования. Во-вторых, это знакомство, дружба, это умение общаться, находить какие-то консенсусы. И в командных видах спорта побеждать. Этот проект призван показать родителям, что действительно сегодня вот просто малое внимание этой проблеме, и дети перестанут просто сидеть дома замкнутыми напротив компьютера. Они будут общаться, взрослеть и расти, ну так же, как мы росли, воспитываться в правильном русле. Кроме этого, у нас есть социальные проекты, называются «Жизнь глазами ребенка».
Этот проект сегодня, тоже с учетом карантина, был реализован в онлайн-режиме. Мы собрали со всего, мы объявили начало. Мы собрали со всего, это уже четвертый год подряд, мы собрали со всего города желающих рисунки детей. То, как они видят сегодняшнюю свою жизнь своими глазами. Иногда это очень милые рисунки, детские, милые, хорошие рисунки. Иногда это очень серьезные рисунки, которые заставляют задуматься. А у нас сегодня работают члены жюри, собираются родительские комитеты, комиссии, которые будут оценивать, какие рисунки номинированы быть победителями в этом конкурсе. И победители в этой акции увидят свои рисунки на бигбордах города. То есть вот тем призом будет городское признание молодым авторам их творению. Кроме детей, также в программе «Социальная реконструкция» у нас есть блок, который отвечает за поддержку наших пенсионеров, стариков. Это проект «Социальный клуб», в рамках которого мы организовываем мероприятия по бесплатному обследованию зрения, выписыванию диагноза, и мы бесплатно предоставляем очки. Кроме этого, мы организовываем для сегодняшних пенсионеров походы в кино. Еженедельные организовывали до карантина, и надеемся, что карантин будет отменен, и мы продолжим эту добрую традицию приглашать пенсионеров в кино. Мы приглашаем их в художественную галерею. С удовольствием люди вспоминают то время, когда со своими друзьями, сегодня с точно такими же друзьями, только немножко, они ходили в кино, они получали удовольствие от прогулок просто по аллее, они получали удовольствие от походов в художественные галереи. Кроме этого, действительно, наш город затронула проблема с коронавирусом, и у нас был организован на время вот то ограничение, жесткое ограничение, когда государство рекомендовало не выходить из дома, Центр социальной ответственности помогал одиноким старикам продуктовыми наборами. Сергій, я дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, ми не останній раз бачимося в нашій студії. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політиком та громадським діячем Сергієм Нікітіним. На все добре.